старое гнилье, все увозить надо домой. Это мы возле огородчика тут почти 4 дня провозились. 17 почти соток загородили. 80 с лишним метров. Вон там видно белая жердь. Вот он. На том конце. А тут рядом охраняющий животворящий крест. Осталась бузина. К аренду вырубили. Она тут не приносила ничего. Вот везем такие дрова. Никакого газа не надо. То газ, страна. Люди в городе живут, а мы в деревне. Православно. Это Колокомогорье. А зачем это показывать? А затем, что не проклинать правителей, без шаманов обойдемся. Мы показываем, что нужно работать. У нас все есть. Все. Огородная живность, хозяйственная, дворная, в озеро 6 прудов восстановили, дорогу сами делаем. Вот для чего показываем. А то пиарится, всякие глупости. Поменьше спать надо. Мы встаем в 4:40 всегда. О, перегрузил зад. А? Взад перегрузил. Перегрузил? Немножко. Сзади. Ну еще. Поехали.